Здравствуйте. В эфире телеканала CBC передача «Экономика дня» и я, ее ведущая Елена Косолапова. Сегодня мы будем обсуждать последний прогноз Всемирного банка относительно ситуации в мировой экономике на ближайшие годы. Отмечу, что согласно оценке этой Всемирной финансовой организации, мировая экономика вступила в эпоху сильнейшего с 70-х годов товарного шока. И в текущем году ожидается существенный рост цен на большинство сырьевых товаров, а также на продовольствие. О том, каким последствиям это может привести, я буду говорить с экспертами. На видеосвязи со мной находится Андрей Коробков, профессор политологии Университета штата Теннесси, и Юрий Голигорский, британский журналист и продюсер. Уважаемые эксперты, здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир. Здравствуйте. Господин Коробков, хочу начать с вас. Итак, Всемирный банк опубликовал новый ежеквартальный отчет, и вот в соответствии с этим отчетом в этом году они прогнозируют рост цен, ну, практически на все товары. Это и энергоносители там, на 50%, это на продовольствие на 23%, и, в принципе, и другие сырьевые товары, это металлы, это удобрения и так далее, и так далее. Ну, в развивающихся странах к росту цен, к инфляции привыкать не приходится. А как складывается ситуация в развитых странах? Ну, в частности, какова ситуация в США? Что об этом думает правительство? Что об этом думает народ? Чувствуется ли это? Уже ощущается ли? И каковы прогнозы на будущее? Ну, подобные прогнозы давали в последнее время и другие организации, скажем, вот Банк Германии, Bloomberg и целый ряд других. В общем, все сходятся на том, что имеет место очень серьезный удар по экономике, но вот оценки причин, они в определенной мере расходятся. В США это связано прежде всего с общим политическим расколом в стране, очень разными взглядами демократов и республиканцев как на причины кризиса, так и на то, как надо с ним бороться. Тем не менее, ясно, что инфляция набирает темпы. Вот последняя цифра была 8,5%, и, видимо, она еще возрастет. И республиканцы, естественно, обвиняют прежде всего Байдена и говорят вот о непродуманной и фискальной, и экономической политики, в частности, о том, что за два последних года, но это включает президентство не только Байдена, но и Трампа, было напечатано дополнительно почти 7 триллионов долларов, которые вбрасывались в систему, естественно, это вызывало инфляцию. Помимо этого, имеет место восстановление экономики после ковида, которая, соответственно, растет спрос, которая накладывается на очень глубокую перестройку рынка труда в целом, но и также вот на те меры, которые принимались текущей администрацией, которые привели к тому, что имеется огромное количество незаполненных рабочих мест, ощущаются дефициты всюду, особенно в услугах, вот в частности, если вы приходите в ресторан, оказывается, что вас просто некому обслуживать. Соответственно, растет и стоимость затрат на рабочую силу. Это дополнительная проблема. Разрываются цепочки доставки и технологические цепочки, поскольку, опять же, где-то кому-то некому работать. Вот, скажем, не хватает почти 7% водителей грузовиков, соответственно, блокируется доставка. Помимо этого, естественно, ощущаются эффекты сейчас войны на территории Украины, причем Украина и Россия являлись крупнейшими поставщиками продовольствия. Россия занимала первое место по ряду позиций, Украина в целом пятая, но по ряду позиций, опять же, она была лидером, скажем, по подсолнечному маслу, и две страны вместе, они поставляли почти 70% подсолнечного масла на мировой рынок. Они поставляли почти 30% пшеницы, около 20% кукурузы. Украина оказалась полностью выбитой, а российские поставки значительно сократились.
идет война в сфере энергоносителей, как мы знаем, что наряду с ростом спроса приводит к тому, что цены на энергоносители растут и возрастает одновременно общая нестабильность и этого рынка, и вот международного рынка в целом. Поэтому причины того, что происходит, они комплексные, и они носят как объективный характер вот, восстановления экономики, так и субъективный. Это экономическая политика в целом в Соединенных Штатах и вот меры, которые предпринимаются для того, чтобы вывести Россию с рынка, и вывод Украины вот вследствие военных действий. В США это вызывает практически панические настроения. Идет кампания «Праймерис», в ноябре будут выборы, и, естественно, республиканцы всячески пытаются использовать вот эту ситуацию в свою пользу. Наоборот, администрация Байдена пытается все это свалить на какие-то независящие от нее причины, прежде всего на конфликт вот в Украине. Байден без конца заявляет, что это инфляция Путина. Это не производит эффекта на публику, его рейтинги продолжают валиться. Люди старших поколений с ужасом вспоминают времена Картера, когда, скажем, учетная ставка и вот, ну, выплаты по займам на дома достигали 17% годовых. И поэтому этот вопрос, он всегда политизирован, но сейчас в США он крайне политизирован. И опросы показывают, что для электората это сейчас становится самой главной проблемой. Поэтому республиканцы всячески подчеркивают и проблему инфляции, и вину лично Байдена в том, что происходит, а администрация и пытается что-то сделать, и одновременно пытается найти каких-то козлов отпущения, на которых можно было бы свалить вот вину за эту экономическую ситуацию. Господин Голегорский, хочу к вам теперь обратиться, и у меня будет аналогичный вопрос к вам. Какова ситуация с ценами сейчас в Великобритании, и каковы ожидания на ближайшее будущее, ну, на ближайший год, как у правительства, так и у населения? В принципе, я мог бы повторить все то, что сказал мой американский коллега только что. Правда, за одним довольно существенным исключением. Это касается того, что речь идет не столько о субъективных причинах, сколько об объективных причинах падения экономического роста. Я должен напомнить, что Великобритания до пандемии была в довольно, так скажем, крепком или прочном экономическом положении, а на протяжении нескольких каденций министры финансов в основном направляли все свои усилия на то, чтобы погасить государственный долг. И это приносило свои плоды. Инфляция была низкой, цены удавалось держать на довольно низком уровне. И вот что произошло. Выросло целое поколение людей, которые, в принципе, никогда не знали ни высокой инфляции, ни высоких цен. Сейчас этому поколению предстоит принять участие в следующих выборах. И вот этот экономический шок, который сейчас, безусловно, касается абсолютно всех, у меня последние статистические данные, 6 из 10 британцев должны либо затянуть пояса, либо одолжить деньги для того, чтобы свести концы с концами. Это серьезный шоковый экономический результат. Так вот, это поколение сейчас придет на выборы. И я не завидую политикам ни той, ни другой стороны, ни консерваторам, ни лейбористам, кто сейчас сможет предложить такую экономическую программу, которую избиратель может поверить, и привести этих политиков к управлению государством. Цены на зерно, на топливо,
на древесину, на энергоносители подскочили вверх на сказочную высоту. Я назвал все эти элементы, которые, в принципе, мой американский коллега тоже назвал, но все эти элементы тем или иным образом связаны с тем, что происходит сейчас на поле битвы между Россией и Украиной. В принципе, эта цепочка возникла сначала экономических поражений во время эпидемии ковида, а затем сразу подхватил российско-украинский кризис и понеслось. И цены пошли вверх по экспоненте. Цены на базовые продукты подскочили моментально на 6-7%. Инфляция сейчас в марте в Великобритании была 6,7%, и ожидается, что она может вырасти до 8,7%. Такой инфляции Великобритания не знала очень много лет. Господин Голегорский, ну вот если говорить про причины, если смотреть на отчет Всемирного банка, то они в первую очередь упоминают именно ситуацию в Украине, что вот это первопричина. Но с другой стороны, если посмотреть на статистику за прошлый год, то в прошлом году тоже очень сильно цены росли. Энергоносители выросли примерно в 2 раза, продовольствие примерно на 31%, когда в Украине было еще все спокойно. Так все-таки, на ваш взгляд, главная эта причина или это одна из причин? Давайте так, отделим зерна от плевел. Дело в том, что проблемы с энергоносителями начались не тогда, когда кризис в отношениях между Москвой и Киевом вступил в свою горячую фазу. И все эти заявления, которые делали в Москве, попытки «Газпрома» поиграть с газом, с наличием газа в Европе, они приводили к определенным шоковым скачкам в экономике. Так что нельзя говорить, что только с 24 февраля 2022 года экономика оказалась под ударом военных действий. Мы ощущали такие подземные толчки в Европе уже очень давно. Я могу сказать, что в принципе на протяжении последних 18-24 месяцев, то есть от 1,5 до 2 лет, вот эти взаимные упреки в том, кто развивает сейчас конфликт в Европе, они сказались на экономической ситуации и на уверенности в том, что Европа сможет заручиться надежным энергопоставщиком на ближайшее время. И вот эта неуверенность, конечно же, приводила к тому, что в цепочке всех экономических элементов возникли серьезные прорывы, серьезная неуверенность, люди стали меньше тратить, больше стали экономить. Это вызвало сначала определенный спад в одном секторе экономики, а сейчас люди откладывают гораздо меньше денег в качестве накоплений и больше тратят. Но это вызывает другие долгосрочные последствия, которые скажутся, например, в пенсии, в системе здравоохранения. То есть нет баланса. Система оказалась разбалансированной уже давно. Господин Коробков, хочу вернуться к вам и спросить вас, а есть ли страны, которые от этой ситуации выиграют? Ну, допустим, Азербайджан, страна, производящая, экспортирующая и нефть, и газ. А опять же, если говорить о прогнозе Всемирного банка, по их прогнозу в этом году нефть вырастет в цене на 42%, а газ в Европе подорожает аж на 111%. В принципе, для нас высокие цены на энергоносители выгодны. Так как вы считаете, выиграет в результате такая страна, как Азербайджан, и другие нефтепроизводители, газопроизводители, или вот те расходы на те другие продукты, которые мы импортируем, которые тоже растут в цене, они перекроют вот эти все выгоды? Нет, конечно, Азербайджан, как и другие производители, окажутся все равно в выигрыше. В случае Азербайджана это не только его роль производителя, но и его роль страны транзита. Ясно, что будет идти вот целенаправленная перестройка структуры снабжения у европейских стран, и этот процесс будет долгосрочным, он не будет чисто конъюнктурным. Страна, которая выиграет больше всего при любом раскладе, это Китай.
Китай получит дешевые российские ресурсы. Уже вот нефть «Урал» продается с очень большим дискаунтом, собственно, любому покупателю, и этот процесс будет продолжаться. Поэтому Китай в выигрыше и политически, причем неважно, кто выиграет вот, в украинском конфликте, китайцы выигрыши в любом случае. Но и другие производители, включая Азербайджан, они также оказываются в большом выигрыше. Но мы видим, что происходят и другие процессы. Администрация Байдена, которая пришла под лозунгами перехода на зеленую энергию, пришлось переигрывать на ходу. Это создало колоссальные проблемы для Байдена вот с его леворадикальным крылом демократической партии. Но он все равно пошел вот на открытие каких-то резервов. Видимо, будет замедление и других процессов в этой сфере. И, ну, в общем, аналогичные шаги придется предпринять и европейцам, что тоже выгодно для производителей традиционных энергоресурсов. Но мы видим одновременно, что идет перестройка и основных направлений экспорта энергоносителей, и попытки как-то, ну, по крайней мере, в какой-то степени отвязаться от доллара, вот страны залива ведут переговоры с Китаем и уже договорились переходить на юани во взаимных расчетах. Но одновременно вот приход кризиса, он, скорее всего, вернет доллару его позиции, и он останется основной не только мировой валютой в принципе, но и конкретной единицей расчета за энергоносители. Поэтому тут есть долгосрочная перспектива и краткосрочная перспектива. Производители энергоресурсов выигрывают и в краткой, и в долгосрочной перспективе. А вот в краткосрочной перспективе, несмотря на вот те попытки, которые предпринимаются, скорее всего, доллар сохранит свое значение, просто поскольку это обычно происходит в кризисных ситуациях. Но посмотрим, насколько европейцы будут вот успешны в своем отказе от российских энергоресурсов. Мы увидим это, конечно, осенью и зимой. Сейчас период относительно легкий. Вот мы знаем, что только что Россия отрезала от снабжения Польшу и Болгарию, которые отказались переходить на рубли в расчетах за энергоносители. Тут вопрос и в том, насколько последовательно члены Евросоюза будут действовать по этому направлению, и в том, насколько эффективно им удастся заместить российские энергоресурсы вот какими-то другими источниками. Мы знаем, что Европа зависит почти на 40% от российского газа и почти на 30% от нефти. Вот перейти на какие-то другие страны-поставщики будет отнюдь не просто в таких объемах. И, естественно, такой переход, он неизбежно приведет к еще более серьезному росту цен на энергоносители. Все будет зависеть от общего состояния экономики. Если приходит кризис, с одной стороны, начинается паника, в том числе и среди правительств, но кризис ведет к снижению потребления энергоресурсов, и, соответственно, это будет давить в направлении снижения цен энергоресурсов. Ну вот, увидим, насколько глубоким окажется этот кризис и насколько сильно он повлияет на рынок нефти и газа. Но это, наверное, не в ближайший год. Ну, как раз вот те источники, с которых вы начали свой первоначальный вопрос, они говорят о том, что кризис все-таки приходит. В США ситуация довольно противоречивая, растет инфляция, одновременно вот имеет место колоссальная нехватка рабочих рук, но даже повышение учетных ставок, которое продолжится в этом году и продолжится достаточно в такой радикальной форме, оно пока не привело к охлаждению жилищного рынка, и, соответственно, продолжают выдаваться
кредиты, моргаджи, и это влияет на многие аспекты экономической активности, но это будет серьезная проблема. Если мы говорим о США конкретно, то вот те процессы, которые мы обсуждали, они накладываются на очень серьезный демографический кризис, на который, в общем, обращают мало внимания. До 2011 года население Америки росло на 3 миллиона в год. Соответственно, рос и общий объем рынка рабочей силы. Причем две трети этого роста это было превышение рождений над смертностью, а миллионы это были иммигранты всех типов, включая нелегалов. Потом эта цифра снизилась до 2 миллионов. В 2020 году население США выросло на 1 100 000, а в прошлом году меньше, чем на 400 тысяч. То есть нужно или резко повышать рождаемость, что сделать очень сложно, особенно в американских условиях, в условиях американского и менталитета, и системы, или же надо резко наращивать иммиграцию. А сейчас иммиграция стала крайне политизированным вопросом, и резко ее нарастить будет почти невозможно даже для администрации демократов. А это создает очень серьезные структурные проблемы, которые накладываются на последствия ковида, когда значительная часть рынка перестроилась на виртуальную работу, и идет массированный отток населения из штатов Северо-Востока и западного побережья, прежде всего на юг, в такие штаты, как, скажем, Флорида, Северная Каролина, Джорджия, Теннесси и ряд других. И когда мы говорим о кризисе или потенциальном кризисе, надо учитывать, что есть целый ряд факторов, которые часто они даже не воспринимаются как чисто экономические, которые создают дополнительные проблемы, в частности, в плане разрыва и технологических цепочек, и цепочек поставок продуктов, товаров, не только продуктов. Господин Голегорский, к вам хочу вернуться, вновь обратиться и поговорить с вами о вторичном эффекте роста цен на энергоносители. Например, я не так давно читала статью на Reuters относительно огурцового кризиса в Великобритании. Что происходит? Огурцы выращиваются в теплицах. Для того, чтобы отапливать эти теплицы, нужна электроэнергия. Цены на электроэнергию растут, соответственно, растет себестоимость этих огурцов, уже в 3 раза практически выросла. За такую цену их покупать никто не хочет. Соответственно, фермеры разоряются. Хотя, казалось бы, где огурцы, а где электроэнергия? Электроэнергия используется очень во многих областях. Необходима она. Как вы считаете, каким будет вторичный эффект повышения цен на энергоносители? Бешеный рывок в области развития возобновляемых источников энергии. Абсолютно непредсказуемый. Опять же, будет расти по экспоненте. В Великобритании, как известно, трудно похвастаться наличием солнечных дней, но тем не менее есть такая необходимость обратиться к возобновляемым источникам энергии. И это будет сделано. Я буквально сегодня слышал, что уже производство бойлеров, которые работают на геотермальной энергии, приблизительно равно стоимости бойлеров, которые работают на газе. Это для бытовых нужд. То есть это гигантский скачок. Второй вопрос – это, конечно, политическая императива. Политическая императива сводится к тому, что как можно скорее, фундаментальнее отказаться от поставок энергоносителей из России. Мой коллега сказал, что на 40% Европа зависит от российского газа. Это не совсем так. Германия зависит на 40%, Великобритания, скажем, только на 4%. Но усредненно, вполне возможно, это так. Германия собирается к концу года отказаться целиком и полностью от российской нефти. И что получается? Вы спросили про долгосрочные последствия. В краткосрочной перспективе все производители энергоресурсов, конечно, выиграют. Это абсолютно точно и неоспоримо. В долгосрочной перспективе
нельзя рубить сук, на котором сидят, потому что некоторые экспортеры энергоносителей могут оказаться в ситуации, когда им есть что предложить, но никто не покупает, никто не хочет, потому что люди перешли на более надежных и дешевых поставщиков энергоносителей, и тогда вполне возможно придется продавать себе в убыток. Господин Коробков, и, наверное, последний вопрос у меня будет к вам. Хочу вспомнить еще один отчет, который был опубликован тоже в этом месяце, отчет ООН. И вот в соответствии с этим отчетом, прогнозом, из-за ситуации, опять же, вокруг России и Украины, может возникнуть глобальный продовольственный кризис, который, по прогнозам ООН, может привести к голоду среди 47 миллионов человек. Как вы считаете, в таких условиях возможен ли какой-то общий мировой план действий, чтобы предотвратить, не допустить такой сценарий? Ну, прежде всего, относительно предыдущей темы, я говорил о среднеевропейских показателях, а не отнюдь о каких-то конкретных странах, включая Великобританию. Великобритания вообще и не упоминается теперь, когда мы говорим о Европе, поскольку подразумевается в основном Евросоюз. Что касается продовольственного кризиса, да, ожидается не только резкий скачок цен, но и просто голод в целом ряде регионов, прежде всего в Северной Африке и на Ближнем Востоке, которые очень сильно зависят, во-первых, в принципе от поставок. Для некоторых стран доля импорта продовольствия составляет более 90%, и они конкретно зависят вот от поставок как раз из России и Украины. Поэтому мы можем ожидать не просто повышения цен, а усиления спекулятивных тенденций и одновременно, вот, как я уже говорил, просто-напросто нехватки продовольствия. Естественно, этим будут заниматься, эта работа идет и по линии ООН, и по линии ряда других организаций, но надо учитывать, что это вопрос не только гуманитарный, но и вопрос национальных интересов и вопрос конкуренции на мировом рынке. Естественно, скажем, администрация Байдена сейчас всячески пытается стимулировать производство, предлагает новые кредиты фермерам. В США существует... Господин Коробков, к сожалению, вынуждена вас прервать, так как эфирное время подошло к концу. Большое спасибо за участие, уважаемые эксперты, за интересную беседу. Напомню, что в эфире была передача «Экономика дня». С вами была я, Елена Косолапова. И в сегодняшнем выпуске мы обсуждали опубликованный накануне прогноз Всемирного банка, который обещает существенный рост цен на энергоресурсы и продовольствие в этом году. Своим мнением относительно того, к каким последствиям для мировой экономики это может привести, с нами поделились Андрей Коробков, профессор политологии Университета штата Теннесси, и Юрий Голигорский, британский журналист и продюсер. А я на этом с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера. Оставайтесь на CBC.